что мне придется обращаться к вам. Но я вынужден обратиться к вам, так как у нас в семье большая проблема. Друзья, 2 года назад моя племяшка, дочка моей сестры, перенесла сложнейшую операцию – опухоль мозга, после чего она ослепла. Друзья, сейчас ситуация еще критичнее. Врач поставил диагноз – опухоль спинного мозга грудного отдела. Метастазы уже пошли по организму. Ребят, очень жаль, что такая ситуация, но мы вынуждены просить помощи, потому что операция стоит 55 тысяч долларов. Естественно, у нас таких денег нету. Помогите, чем сможете. Мы отчитаемся за каждую копейку перед вами. Документы у нас уже на руках. Друзья, все координаты, ссылка, все реквизиты, все будет под этим видео. Заранее вам спасибо.